Всех приветствую! В этом коротеньком видео я продемонстрирую, как установить, снять или заменить термостатическую головку своими руками. Но для начала, для тех, кто не знает, я поясню, что это и для чего. Внутри каждого подобного устройства есть термочувствительный элемент. И при нагревании либо охлаждении этот элемент расширяется или сжимается. В связи с чем термостатическая головка усиливает либо снижает давление на шток термостатического клапана, регулируя степень его открытия. Вот и все дела. В наши дни в новостройках застройщики в обязательном порядке предусматривают при монтаже отопительной системы в каждой из квартир установку термостатического клапана, ну, по крайней мере, в домах с автономным и индивидуальным отоплением. Ну, а термоголовку потом придется устанавливать самим. И сейчас я вам по-быстренькому покажу, как это происходит. Как я уже упоминал чуточку ранее, как правило, термостатические клапаны на системе отопления уже стоят. Остается лишь снять ручную регулировку, открутив ее против часовой и слегка потянув на себя. Далее вот таким вот образом устанавливаем термостатическую головку по месту ее прописки. И не забывайте, что все должно выглядеть именно вот так и никак иначе. То есть регулировочный клапан должен быть изначально установлен застройщиком перпендикулярно радиатору, а не вверх или вниз. Иначе термоголовка будет работать некорректно. При необходимости снять ее так же легко, как и установить. Делается это вот таким вот образом. В общем, запоминайте, может и пригодится.